к северу от города. Захочешь, не пропустишь. До встречи. Если у тебя есть хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Если ты хочешь выпить или поесть, только скажи. Скажи-ка, да он мне столько денег должен, что можно было бы сжечь эту таверну, отстроить и снова сжечь. Просто для забавы. Да, ему не всегда везло в жизни. Но я не могу ему позволить тут напиваться, пока он не отдаст хотя бы часть долга. Да пожалуйста. Он сейчас довольно трезвый, может и послушает. В таверне или в Винтерхолде? Хотя, полагаю, ответ один и тот же. Для Винтерхолда настали трудные времена, и это мягко говоря. Большинство народу поразъехалось уже много лет назад. Остались только самые упрямые или самые глупые. Вот и пытаемся как-то выжить. Доходы небольшие, но нам хватает. В Винтерхолде теперь очень мало приезжих, особенно приезжих с деньгами. Зато всегда можно рассчитывать на местных, которые любят выпить. Может, еще свидимся. Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию, так что не утруждай себя вопросами. Мои дни в коллегии давно прошли, но я предпочитаю все-таки не уезжать далеко. До встречи. Я... По какому праву ты мне приказываешь? Я и заплачу, когда буду готов. Верно. Что бы сказали мои братцы, если бы узнали, что я долги не отдаю? Скажи Харан, что я принесу ей деньги. До встречи. Если ты хочешь выпить или поесть, то мы не так богаты? Спасибо. Он хороший человек. Просто не дружит с деньгами и выпивкой. Мой муж Дагур рассказал бы тебе парочку историй. О, у меня есть несколько вещей Ранмера, которые он заложил, когда еще платил. Думаю, они по праву твои. Ладно. Если тебе будет что-нибудь нужно, давай утолим твой голод. Может, еще... Свидимся. Прошу тебя, иди домой. Просто иди домой.
Не могу. Я продаю почти все, что угодно, если мне это выгодно. Помни об этом, хорошо? Иди-ка ты продай что-нибудь. А, выпивка меня не убьет. Очень смешно. Уверена, мимо тебя не прошел тот факт, что Винтерхолд явно не бурлит жизнью. Так что я продаю все, что продается. Если за что-то можно выручить хоть Септим, я его продаю. Пару раз я была на грани разорения, пару раз сильно обжигалась, но в целом пока держусь на плаву. Он сидит в сторонке, никого не обижает. Ты в этом так уверен? Думаю, да, сглупила я. Нужно было не вестись на эту историю и ничего не покупать. А теперь я тут торчу с этим бесполезным хламом. Что-то про этот коготь и курган Ингала. Он сказал, что если отнесешь коготь туда, он на вес золота будет цениться, а то и больше. Вроде надо положить его обратно в чертог Ингала. Я не поняла точно. О чем я думала? Даже если это правда, ноги моей не будет ни в одной древней гробнице. Кто знает, что там может быть? Мне уже наплевать. Хочешь проверить? Ладно, 50 золотых, и это станет твоей проблемой. Вот, держи. Если эта штука сведет тебя в могилу, ко мне никаких претензий. Ясно? Но если вдруг окажется, что она на самом деле чего-то стоит, ты мне скажи потом, ладно? Сколько мы еще будем позволять Ранверу напиваться в стельку? Когда это кончится? Думаю, до тех пор, пока он платит. Он сидит в сторонке, никого не обижает. Очень смешно. Уверена, мимо тебя не прошел тот факт, что Винтерхолд явно не бурлит жизнью. Говорят, что там опасно. Уж не по собственной воле, уверяю. Особого выбора у нас не было. Мы с Ранмером выросли здесь, да и почти все деньги, что удается заработать, он пропивает. Куда-то уезжать деньги нужны, а их не было, так что я решила открыть лавку прямо здесь. Уж не по собственной воле, уверяю. Папа Ашура говорит, что коллегия сделала много плохих... В Винтерхолде осталось совсем мало людей, так что приходится играть только с Ашуром. А он иногда бывает такой гад. Я кручусь, так что мы пока держимся. Да уж, раз на брата полагаться нечего, приходится все делать сама. Тебе надо идти. Если ты ищешь Ранмера, то он либо уже храпит в постели, либо еще набирается.
Добро пожаловать в коллегию Винтерхолди. Я Фаральда, одна из старших волшебниц. Надеюсь, что путешествие в Винтерхолд было не слишком гадким. Скажу сразу, если ты здесь только для того, чтобы пожаловаться на нас, лучше сразу обращайся к ярлу Винтерхолда. Но если тебе нужно что-то другое, я с радостью помогу тебе. О, прошу прощения. Почти все, кто приходит сюда, уже что-то знают о коллегии. Это коллегия Винтерхолда. Безопасная гавань для магов Скайрима. Сокровищница мудрости и тайных знаний. Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? А, план бессмертных. Говорят, что он источник всякой магии. Воистину, это благородная цель. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Нет, ничего подобного. Ладно.
я тебя прикрою. Чем могу служить тебе, мой Тан? Я с радостью понесу твою ношу. Показывай дорогу. Да чего же я рада тебя видеть.
Здравствуй. Добро... Если сдашь его, так... Нет, ничего... Отлично. Стандартное заклинание для мастеров школы разрушения — это огненная стрела. Порази ею печать на земле. Этого будет достаточно. С нетерпением жду этого. Как бы там ни было, коллегия выстоит. Я прям дрожу. Коллегия — это сокровище Скайрима. Хотя некоторые предпочитают не замечать и не ценить их. Прошу тебя прекратить. Все эти крики, люди нервничают. Ну вот, хорошо, что мы с этим разобрались. Пусть слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Что это было? Много знаний ждет тебя в ее стенах. Мирабелла неплохо справляется с обязанностями мастера-волшебника, но нет предела. Жду не дождусь увидеть, кто займет место Мирабеллы. Не сомневаюсь, она все-таки станет архимагом. Конечно, некоторые... Мои коллеги Дель... Не так одарены, как им бы хотел. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Вот. Теперь покажи, как ты его применяешь. Как бы там ни было, отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Пусть слава Винтерхолда осталась в прошлом, но коллегия живет. Коллегия — это сокровище Скайрима, хотя некоторые предпочитают не замечать и не ценить это.
Как бы там ни было, коллегия Поговори с Мирабеллой Эрвин. Ее покои в зале поддержки. Но найти ее можно где угодно в коллегии. Она мастер-волшебник. Глава коллегии архимаг Аарон, но на самом деле всем заправляет Мирабелла. И тебе стоит помнить об этом. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Мирабелла будет тебя ждать. Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Ты здесь недавно, да? Мы еще не общались. Тогда позволь представиться. Я Савос Аарон, архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился. Нет, это редкость. Конечно, иногда нужно идти на риск, но я пытаюсь избегать преждевременных смертей. Кроме того, нам нужно избегать дальнейшего ухудшения отношений со Скайримом. Предназначение? Полагаю, оно очевидно. Магия – могущественная сила, а не пугало для простолюдинов и игрушка для политиков. Магия создает миры, дарует рождение и смерть. Она заслуживает уважения и тщательного изучения. Здесь, в коллегии, мы можем сосредоточиться на постижении магии, не отвлекаясь на трудности повседневной жизни. Самые ранние документы, что я видел, датированы концом второй эры. Что было раньше, трудно сказать. Боюсь, события последних столетий стоили нам значительной части нашей истории. Великий обвал, как его теперь называют. Ужасная природная катастрофа, опустошившая эту местность. Коллегии повезло гораздо больше, чем Винтерхолду, но и нас это событие затронуло. Никто не знает причины. Кто-то полагает, что всему виной извержение Красной горы, проявившие себя таким странным образом годы спустя. Я знаю, что кое-кто обвиняет в катастрофе коллегию. Уверяю тебя, мы не имели к этому никакого отношения. Море призраков как будто ожило. Никто этого не ожидал. Чудовищные волны накатывали на берег неделя за неделей. Винтерхолд был городом древним и хорошо укрепленным. Но даже ему было не под силу устоять перед яростью морских волн. За одну ночь в воду погрузилось несколько кварталов. Со временем море успокоилось, но ущерб был слишком велик. Многие жители Винтерхолда покинули то, что осталось от города. А коллегия выстояла и стоит до сих пор. Это заклинания, которые блокируют магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Вы, наверное, привыкли, что Империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения Архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность Архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться.
Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Что ж, остальные ученики явно с тобой не согласны. Ой, не слушайте его. Мы можем, только дайте нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия обереги? Для того и нужен этот урок. Самое время попробовать. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Тебе нужно поддерживать заклинание, иначе оно не сработает. Я не хочу причинить тебе вред. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Что ж, думаю, это отличное начало.
Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Услуги по зачарованию предметов – одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным Скайримом. Что ждет нас внутри? На этом все. Всем спасибо. Еще один ученик. Ты из тех, кто верит, что сможет изменить мир? Или твои запросы не идут дальше честолюбия? Уверяю вас, я буду наблюдать за вами, за всеми вами, очень и очень внимательно. Я советник Архимага. Талмар желает наладить сотрудничество с вашей коллегией. Я всегда готов помочь Архимагу, если ему требуется совет. Теперь, когда в отношениях между Доминионом и Империей наступил период стабильности, мы хотим лишь добра Скайриму. Мы хотим помочь его жителям преодолеть переходный период, указать им путь к лучшему будущему. Хорошо, что с ними еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Передай Ульфрику привет! Проклятие! Я прямо за тобой.
Чем могу служить тебе, мой Тан? Показывай дорогу. Ну вот мы все в сборе. Войдем внутрь. Нас очень интересует сила магических печатей на местных гробницах. Мы раньше ничего такого не встречали. Почему бы и нет? Я поделюсь с тобой знаниями. Все, все, что только может пригодиться. Поэтому мне и нравится это место. Мы понятия не имеем, что тут найдем. А если при этом мои предостережения об опасности магии дойдут хотя бы до нескольких учеников, тем лучше. Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Возможно, известно некоторым из вас, Сартал – одно из самых ранних нордских поселений в Скайриме. И сам разграблено эльфами во время знаменитой Ночи Слез. О том, что случилось в Сартале, известно мало.
Для нас это удивительная возможность прикоснуться. Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Да. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнелу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Подойдут любые зачарованные предметы. Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь, всем ученикам следует это осмотреть. Ну-ка посмотрим. Нужно быть осторожнее. Здесь не слишком-то безопасно. Почему бы и нет? Я поделюсь с тобой знаниями. Бриллина, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чар. Что-нибудь, что должно было бы отваживать отсюда людей. Не трогай их, только найди. Итак, господа и дамы, вперед! Но будьте осторожны. Мы тут целую вечность провозимся. Что? Ах да, ты! Я тебя помню. Ты собираешься помочь? Хорошо, просто не мешай мне работать. Я смотрел только часть этой секции. Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Просто собери остальные магические артефакты, а я занесу их в каталог. Он задавал чересчур много вопросов о моих исследованиях. Мне кажется, талмарцы пытаются украсть плоды моих изысканий. Разумеется, я ничего ему не сказал. То, чем я занимаюсь, слишком важно. Об этом не следует никому даже заикаться. Ладно. Что это еще за грохот? Все в порядке? Как же это могло случиться? Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать?
детонируют. Это как-то связано с амулетом. Интересно, какой эффект будет у твоих заклятий? Зачем тут печать? Что это за место? Подожди, маг, и послушай. Знай, что ты запустил цепь событий, которую нельзя остановить. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Приговор будет вынесен за твои будущие дела и за то, как ты справишься с опасностями, что тебя ждут. Это предупреждение ты слышишь потому, что в тебя верит Орден Сиджиков. Ты, маг, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Будь крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Я клянусь, в тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Орден Псиджиков? Это точно? Очень странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Группа магов, которая существовала еще до Империи. Очень могущественные, очень скрытные. Их уже лет 100 никто не видел.